Сегодняшний день особенный для всех якутян, потому что сегодня исполняется ровно 25 лет, как приняли государственный суверенитет. И, конечно, за эти годы прошли очень большие изменения. И, конечно, сегодня хотелось бы поздравить всех жителей с этим праздником, и чтобы и в дальнейшем наша республика процветала. Для нас, северян, это принятие декларации, по-моему, имеет большое значение. И сегодня как раз возложение венков нашим первым революционерам, партийным деятелям. Это особо было подчеркнуто, что мы получили свою государственность в виде автономной республики, которая нам дала и республике развиваться. И сейчас, продолжая это дело, наши президенты Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатольевич Суров, президент и сейчас Ильдархан Егорович Борисов продолжили это дело. И сейчас можно смело сказать, что мы живем в таком обществе, которое будем строить гражданское общество. И меня очень импонирует то, что повышается активность населения. И Егор Апнач Борисов, который сегодня исполнилось 55 лет со дня правления, которым поздравляю члены Высшего Совета Старейшин и ветераны, организовал детские молодежные организации, которые очень активно стали работать. И мы, старое поколение, надеемся, что наша молодежь лучше нас будет работать и жить. Сегодняшний праздник я считаю великим праздником, потому что Якутия приобрела государственность. И самое главное, что эта государственность, она развивается, она идет дальше. Иногда бывает, что с учетом ситуации в мире, в России, как везде, подъем, может быть, некоторое снижение, но все равно это праздник великий, и мы даем дань предшествующим поколениям, которые отдали свою жизнь за этот день. Интереса республики и России. Это единственное. Декларации с днем государственности нашей республики. Были другие выступления. Конечно, в рамках. Разрешите еще раз вас всех поздравить с этим праздником, праздником важным для каждого жителя республики, праздником, который является основой будущего, праздником, который вызывает уважение нашему старшему поколению, с праздником, который будет всегда вызывать нас на самые лучшие дела.